На протяжении следующих 2 часов лучшие строители во всем Билтобот будут строить хард-мод Дорса. Но по традиции мы сейчас запустим салют, после которого вы сможете начинать строить. Время пошло, ну а я каждые 40 минут буду ходить и смотреть, что у вас там получается. Вернемся через 40 минут. Пришло время смотреть, что у вас здесь получается. Агуша, привет. Привет. Ты что делаешь? Стикер. Чё? Ну, в хардмоде стик на машинке был. На машинку садится и гонщик нелегальный как едет. Он что, устал что ли бегать? На машинке теперь катается. Да. 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 А я думаю, почему ты машину строишь? Это оказывается тут сидит Сик, и он будет за нами охотиться. Да. Ладно, сейчас мы пойдем к твоему соседу, Оранжу, он тут тоже что-то делает. Привет, Давно не виделись. Очень давно. Чё это у тебя такое? Ну, это, короче, сначала комната из Дорса вообще. И дальше, когда ты будешь пролетать на поля, залутаешь очередную монетку и бам, тебе вылетает жадность. Ага. Знаешь, что Оранж? Это похоже на огромную корзинку, если честно. Спасибо. Это был не комплимент. А, да? Ну ладно, корзина тоже хорошо, лучше, чем ничего. Ладно. Короче, у тебя тоже очень круто. Мы идем к злому гусю, который тоже строит что-то. У тебя тоже машинка с стиком, что ли? Машина гуся. И здесь какой-то каменный стик. О, кстати, у него красивый глаз, он светится. У нас уже есть 2 машинки с сиком. Вот это машина. Машина гуся на 2 колесах. Ладно. Йогурт, привет. Я вообще не понимаю, что здесь такое. Я решил сделать лобби, и там ключи, которые опасные. Ты чё? Я ничего не понял. Вообще, что это такое? Я такое впервые вижу. Что это? Я что ли? Ты меня 40 минут, наверное, рисовал. Такой шедевр получился. Типа монстр я, что ли? Ты чё меня монстром называешь? И вот эта штука. Да, у тебя йогурт что-то вообще непонятное. Посмотрим, что у тебя тут получится. Что же у нас у Йенкинса? Почему тут ничего нет? Сначала мне надо тебе что-то сказать. Ну, скажи. Хард-мод, это же типа сложно, да? В принципе, логично. Где твой Дорс? Не понял. Сначала херобрин. Зачем тебе херобрин? Ну ладно. Я не понимаю, зачем вы строите херобринов, и вообще, это очень странно. Так, ну теперь у нас Бабфтер, который говорит, что он очень хорошо умеет строить. Джефф-убийца, знаешь? Ну, который этот... Который сорвал решить. Видео, он меня на 99-й двери подхватил, замочил. Да. Круто строишь, да, тумбочки какие-то стрёмные. Я еще не доделал, я только сейчас начал их делать. А ну ладно, сейчас... ладно. Это хани-вани? Нет. Ладно, посмотрим, что у тебя здесь получится. Это все, что получается за эти 40 минут, и мы вернемся через 40 минут. Пью. Снова пришло время смотреть, что у вас получается. Привет, Агуша. Здорово. Стой на вход вот сюда вот. Зачем? Просто стой. Ой-ой-ой, как много диванов. Можно один себе забрать? Я хочу такой диван. Стой, погоди. Сейчас будет все. Сейчас все будет. Чё он там дрожит? Боится меня, что ли? Да, я тебя съел. А чё он сюда едет? Ой-ой-ой. Беги. Бегу. А он проезжает сквозь диваны. Нет, как так? Ой-ой-ой. А можно с тобой покататься, плиз, друг? О, я вместе с ним добежал до конца. Ой. Он упал. Он упал в канаву. Ну, типа, это Сик, который едет на машинке за тобой. И ты должен убежать. Так ты мне диван отдашь? Диван? Нет, это мой диван. В смысле, у тебя их много. Ладно, сейчас. А, вот, забирай свой диван. Агуша, а мне продашь? Пойдем, не продавай ему. Да ух! Чего? Диваны только мне можно. Агуша, спасибо. Летающий диван. Все, нет. Ух, улетел. Он больше не вернется. Я вернулся, ребята. Привет. Заходи через эту эпичную темноту. Что ты тут делал такое? Ой-ой-ой. Это механизм двери. Ой. Короче, ты делаешь суперкрутые механизмы для суперкрутых полок. Да, видишь, какие они необычные? Они деревянные. Да. Ну, у вас осталось только 40 минут, а ты сделал только 1 полку. Это еще не все. Ты потом увидишь. А давай, иди отсюда. В смысле, ты меня выгоняешь? О, какая здесь клевая моя картина. Ну, я ее уже видел. Это что такое? Йогурт, ты где сам? Йогурт молчаливо показывает на какие-то очень странные штуки. Это место, где должны ключики висеть. Он туда повесит ключика. Если ты на него нажмешь, он тебя сожрет. Нет, ну я у тебя вообще не видел здесь Дорса. Где твой Дорс? Херобрин с геометрией Дашем стоит. В смысле? Скоро будет. У тебя 40 минут осталось. Где Дорс? Будет-то. Бабтер, показывай, что у тебя там. У меня ужас. Что это такое? Это ужас. Да, я тебе помогу. Смотри. Все, норм. Это немного нереально. Ну зато красиво.
страшно. Красиво? Да, ужас, как у тебя страшно все, Бафтер. Короче, ты... Очень красиво! Вставь это на аватарку. Поставлю. Ладно, злой гусь, привет. Что-то мне кажется, что он здесь, но он не здесь. Я посмотрю, что у него здесь получается. Машина у гуся. Вот это у него машина, конечно. Я не знаю почему, но этот сик очень смешно сидит. Нажимать только гусю. Только гусю. С моей машины поднимается. Гуся пока нет, надо понажимать. Я здесь, он пишет. Ой, привет. Я ничего не нажимал, я был очень добрым. Врум-врум. Он управляет машиной, которая уже управляет сик. Вау. Поехали к Агуше. Ой-ой-ой, он такой крутой, что даже по воде едет. Все, я залез в машину и угоняю ее. Машина гуся поехала. Привет, Агуша, смотри, какая у меня крутая машина. Я видел эту машинку, она похожа на мою. Или это твоя на ее похожа? Будем пугать Бафтера. Бум-бум. Меня страшнее. Ой-ой-ой, у тебя действительно страшнее, пока до свидания. У вас осталось только 40 минут на строительство дорсов, так что поторопитесь. Время вышло, 2 часа пошли, и сейчас мы посмотрим, что вы построили. Агуша, ты первый. Это забивной сик на машинке, который будет за нами ехать. Точнее, за тобой, который ты будешь бежать. И если тебя догонит сик на машинке, ты умрешь. Приятно. Вау, он уже готов поехать на меня, такой сидит. Да. Врум-врум, завел. Откуда там так много диванов стоит? Он побежал, надо быстрее бежать. Он уже приближается, нет. Почему я такой медленный? Он меня сейчас догонит. Ой-ой-ой, в комнату. Сюда, да? Тут какой-то огонь. А что он застрял? Он повернул, он меня хотел обмануть, он приближается. Приближается и... Фух, я выжил. Ой. Мне очень интересно, что будет, если он меня все-таки догонит. Врум, заводится тачка и... Огонь. Пью. Ему без разницы на выстрелы, что? Он все равно проехал и задавил меня. Как так? Я ему полмашины снес, он все равно ехал и задавил меня. Он забивной, поэтому он не смог это сделать. Он тут застрял на повороте. Ага. Не вписались. Что? Да. Как так? Он меня моментально съел. Такой стик получился у Агуши. Пойдем к твоему другу, посмотрим, что он сделал. О, привет. Ну, короче, давай, залезай. Я в Дорсе. Тут 11-я дверь. Что делать? Ищи деньги. Тут ничего нету. А вот деньги. Кто там внизу? Это не важно, все, давай. Ладно. О, деньги, ура. А кто это? Это жадность. А, пойдем монетку. Ладно, идем. Па-па-пам-па-пам. Ага. И забираем монетку и... Все, я тебя съем. И как от него избавиться? Я знаю один вариант, как от него избавиться. Не надо. Давай я сам. Все, я его уничтожил вроде бы. И что, это все? Ну да. Ты за 2 часа вот это все сделал, да? Ну да. Ну ладно. Посмотри на этот идеальнейший дизайн лампочек. Это просто божественно. Согласен. Ну все, вопросов нет. Ладно, пойдемте к злому гусю. Теперь мы посмотрим, что за 2 часа построил злой гусь. Кнопка от ядерки. Значит, называется пульт от ядерки. Ну ладно, что? Что? За что? Блин. Что делать? Надо загуглить, что делать, если вас отправили в космос на какой-то летающей ракете. О, это тоже машина с сиком, машина гуся. Здесь он сидит, руки вперед и поехал. Дай-ка я за руль. Я сижу за рулем, а он тоже сидит за рулем. Ну ладно. Я думаю, что это неплохо. Шум, она еще дрифт. Поехали, гусь. Ой, что будет сейчас плохо, мне кажется. Бедный сик, он просто любил жизнь. Здесь появилась стена, сейчас я ее пробью на твоей машине. Сик, ты готов? Поехали. И что-то не работает. В смысле, куда? Что-то стена какая-то непробиваемая. Но машина все равно едет. Подожди, у меня есть идея. Я поставил взрывчатку, только ее нечем поджечь, так что поехали. И бах, все, пробита дыра в стене, поехали. Жум, что-то сик не помещается в проход. Сейчас я проеду. О, все, я выехал. Машина сика очень крутая. Вау, все, минус колеса. Машина не едет. Бедный сик без машины остался. Ну ладно, прощай, сик. Удачного тебе плавания. Теперь остался плавать только я. И вот такого сика построил гусь за 2 часа. Мне интересно, у нас кроме сиков на машинах будет что-нибудь? Йогурт, привет. Агуша и йогурт, как будто родственники. Ну, короче, нажимай на кнопочку. Ну, в принципе, все нормально. Надо просто нажать на... Да?
появился страшный ух и съел меня. А, точно, в Дорси в хардмоде нельзя брать ключик, а то он тебя съест. Вот это. Я такой сейчас вспомнил. А дверь-то можно открыть? А, ну ладно. В принципе, дверь не обязательно открывать, да? Можно так пройти. Обязательно. Это что такое? Это очень безопасная. Какая-то розовая штука там за ней стоит. Ну ладно, пью. Ты кто такой? Гусь, иди поближе. Что-то очень странное. А, нет. Какие-то странные у тебя монстры. Очень адекватные. Ага. Я просто ключ беру, и там какой-то очень странный ух меня съедает. А здесь какая-то розовая штуковина сидит. Зубовой гусь принес сюда миниган. Огонь. Ой. Что-то не туда стреляешь, мне кажется. Но все-таки ты молодец, то, что сделал мою картину. Потому что это картина уха. Это картина. Нет, картина ломается. Только не это моя картина. Зачем ты сломал мою картину? Ухо разваливается, и картина уха тоже разваливается. Ой-ой-ой, что это такое? Это та самая штука, которая меня съела на 99-й двери, когда я хотел пройти Дорс Хартман. Ой, как страшно. Он взял свой топорик и идет сюда. Ну, это самая страшная постройка за сегодня. А чего он такой широкий? Чинг-чинг-чинг. Он там йогурту зарезал. Иди сюда. Йенкинса зарезал. Беги, злой гусь, пока можешь. И подойди к топорику. Зачем? Нет. Он меня уничтожил. А, ухо убивает. Кто там устроил? Я горю. Был Джефф, нету Джеффа. Вот как его на самом деле надо побеждать. Теперь я буду ему управлять и вас всех съедать. Как его включить? Уф, надо было тупо прыгать под топорику. Это все из-за йогурта. Эх, бедный Стиг, вы просто посмотрите, в каком состоянии его автомобиль. Давайте в догонялки поиграем. Шейник одного уже поймал. Летает нечестно, ладно. Ой, вы что делаете? Ух. Бафтер, иди сюда. Подожди. Ой, горю, помогите. Похоже, это мои последние секунды, надо тебя поймать. Нет, я горю. Ты выжил. Я вас все равно всех поймаю. Кажется, теперь это будет очень добрый Джефф, потому что у него нет ножа. И это были все постройки, которые получились в этой битве строителей. Спасибо за участие Зому, Густю, Йенкинсу, Йогурту, Бафтеру, Агуше, Оранжу и вон тому челику, который вон там стоит. Я вообще-то не участвовал. Да, я знаю. Лимон, передаю тебе привет. А можно мне передать привет? Нет. Передаю привет Лорену, передаю привет Сухарику.